Всем привет, это канал Красного Герцога, и мы продолжаем покорять нашу микрогалактику в спонсорском сезоне игры Stellaris, дополнение Galactic Paragons. В прошлой серии мы поближе познакомились с некоторыми нашими соседями. У нас появилась еще парочка этих самых соседей. Завели себе хомячка, нового лидера. Знаменитого ученого, да, вот он у нас тут занимается теперь исследованиями. Ну и уже под конец серии у нас образовалась новая, так сказать, держава, не держава. Ребята вышли в космос еще до того, как я успел тут с ними взаимодействие начать. Даже станцию у них там, по-моему, поставить не успел. Вот, и, ребята, борзые, на мой взгляд, еще и энергии тут до хрена. В общем, будем решать вопрос сейчас радикально. То есть будем их сегодня завоевывать немножко, тем более у них армии пока нет, а нам тогда надо эти самые армии немножечко нанять. Допустим, штучек 5. Для начала, думаю, хватит. Вот. Ну и, собственно, продолжим развивать нашу экономику. Нам надо много сплавов, нам надо много товаров массового спроса. Они нам еще границы закрыли. Уйти, какие грозные. Ну, что поделать, ребят. Тут как бы это... Будущее ваше весьма печально. Так... системе Кастро. Подожди, мы получили административный контроль над планетой Кастро 4. А! Вот так. То есть мне даже не пришлось их завоевывать. Они просто перешли под мой контроль. А что-то новое. Что-то неожиданное. Я не думал, что будет вот так. Но раз такое дело, окей, спасибо. Ну, мы армию все равно подстроим, пригодится. Ну, ладно, приятно. В последнее время новая фракция набирает обороты. Так, движение бесстрашных. Их члены упорно добиваются от нас подтверждения нашего военного превосходства над остальными частями галактики. Не, ну это, конечно, тема хорошая, ребят, я вас как бы... поддерживаю в этих идеях, но, а давай-ка мы вот сюда срочно переместимся. Ты у нас срочно чем занят? Исследованием? Да, надо доисследовать систему и занять там кристаллики. Кристаллики — это хорошо. Это очень хорошо для меня. Так, успешно справились с переводом трупа мастеров. Ага, понятно. Ну, я подозревал, что это будет... Эти две это у нас... станции независимые. Это я, в общем-то, подозревал. Так, ну, мы либо, опять же, возвращаемся к шпионажу, да, пока он не затух. Ага, вот, все-таки нормально стало. Либо надо улучшать, продолжать отношения вот с этими ребят. Давайте, наверное, продолжим улучшать. И пока у нас есть улучшение, надо где-то у нас тут было... учредить посольство все равно минус. А они с нами портят отношения. Вот козлы. Ну ладно. Так, астероид какой-то нашли. И изучили, да, фонд указов и базовый уровень разведки. Повысил. Вот это, кстати, тема. Так, академия, военная академия, расчистка. Ну давай потихоньку чистку изучать. У нас здесь открылась на столице, да, можно административное здание повысить. Но мне пока и без этого как бы не очень хорошо. У меня ТМС и так куда-то не туда идут. Явно. Я думал построить здесь, наверное, этот... коммерческие зоны, но оно сейчас тут, в общем-то, не нужно. Что здесь вообще можно, да? Такого. На всю империю. Ничего, работостроительный завод можно построить. Давайте построим работостроительный завод здесь. Здесь у нас тогда... вот наука вам, ребят, вообще ни к чему. Не умничайте. Вы у нас в энергию пойдете. В энергию меня, собственно, тут
Я могу только эту станцию поставить, да? Не, ну тогда гражданские эти. Вместо науки построим роботостроительный завод тоже. Где он у нас тут? А вот. А здесь. А здесь. А здесь тогда полицейский участок. Вот так вот. Будет вот так вот. И у меня где-то должен лететь колонист. Не летит. Так, астероид, это красота. Подожди, он не летит, потому что он уже долетел или что? Раскопки, исследователь, исследователь, строитель, строитель. А, ну да, вот бурс. Мы здесь построили, даже начали копать минеральчики. А я говорил, что нужно промку добахнуть, но не сказал пока куда. Где-то, по-моему, вот здесь я хотел, да? Я разве не поставил? А, нет, поставил. О, он строится только. Да, понятно. Он как раз строится. Окей, так, что у нас тут? Ведьмы покров. Ну, нет, литоиды у нас в покров не пойдут. Не в этот раз. Так, готово. Ты чем занят? Строит. А, это строитель, господи. Так. Здесь готов. Ну, здесь тупик, в общем, уже понятно. Хорошо, давай тогда вот сюда. Вот это вот все изучим, а потом пойдем дальше. Да, ну планета обломилась, мне понравилось, слушай. Хорошо так обломилось. Редкий ресурс, редкие кристаллы еще. Кристаллов у меня, я чувствую, будет много. Что, в общем-то, радует. Тут пока не этот, не открыли. Ага, альтернативные исследования. Так, скорость изучения. О, энергетику надо. Да. Давай энергетику. А здесь, значит, товарищ летит. Да, летит, летит, летит. А куда он летит-то? Он летит как раз сюда. Угу. Оставь как есть. Ты сначала за систему дооткрывай, а потом уже будешь изучать аномалии. Благо тут осталось-то всего-то ничего. Вот. Броня. И эсминцы пошли, да? Надо брать эсминцы, пока есть. А то потом потеряем, и не будет эсминцев. На апгрейд пошли броньки. Уровень ученый. Так, ученый получает новый уровень. Это ты у нас чем занят? Бандун. Унрон. Ты у нас копатель, да? Ага. А, ну да, тут, собственно, значок. Харизма. Эффекты при должностях советника. Такое ощущение, что там какую-то ведьму ждут у костра. Содержание указов, фонд указов. Нет, это нам не надо. Черта линии, скорость изучения аномалии. Блин, а лучше бы ты археолога сейчас взял. Или минералы при... Ну, такое для ученого. Хотя, в общем-то, они только у ученых эти фишки, по-моему, и бывают. На прирост ресурсов. Ну ладно, давай скорость изучения аномалии себе прокачай. Чего уж тут. Будешь крутым аномалистом. Давай, заканчивай быстрее. Готово. Строимся. Все. Ну, будем считать, что я достиг границ, которые хотел. Ну, такой неплохой кусочек от галактики. Да, мне нравится. Мне нравится. Сойдет. Так, обнаружили газовые гиганты, процветающие экосистемы. Плюс 3 к наукам социальным. Ну и ладно. Так, куда тебя теперь тогда отправить? Здесь этот доучит. Ну, в принципе, да, я же могу изучать дальше. О, я могу лететь изучать дальше. Отлично. Комета. Так, ну мы просто подтверждаем. Прохождение обошлось без происшествий. Ладненько. Так, здесь у нас на научной планете нам ни к чему этот самый роботозавод, да? Поэтому мы здесь
в общем-то, можем продолжать строить научные лаборатории. Так, в системе БЗАТ мы встретили еще одних инопланетянов. Ну, на самом деле, подождем. Да? Да что ж ты, подожди. А, не, у нас как раз там закончилось. Да, точно, это швень мы были, все. Так, скрытый тоннель. В системе Виндиметрикс нас ожидало нечто странное. Скрытый проход. Разрыв в материи пространства-времени, горизонт которого излучает псионическую энергию. А, это ведьма как раз. Понятно. Данный сенсор беспорядочный, экипаж научного корабля сообщает о странных возмущениях, безумных диких снах, постоянном ощущении того, что за ними наблюдают внезапных галлюцинациях. Несмотря на сбивающее с толку отсутствие данных телеметрии, очевидно, что мы наткнулись на тоннель сквозь покров. Этот путь опасен, но награда может быть велика. По ту сторону тоннеля находится далекий регион галактики. Понятно, то есть это тоннель покрова, все. Лады. Так, а там что раскопали? Да, давайте, наверное... А, ну мы не сможем сейчас уже. Ну, что именно мы тут копали, смотрите в предыдущей серии. На поверхности планеты Ослипа-8 были отправлены десантные группы, которым первым удалось взглянуть вблизи на этот мир и его продуваемые ветрами пустые города. Время, погода и отсутствие ухода поистрепали их, но не разрушили, оставив по большей части целыми. От жителей, правда, не осталось ни следа. А в данный момент есть только одна достоверная теория – массовая миграция или эвакуация. Нам все еще предстоит понять, что могло заставить целую расу бросить все достижения и знания своей цивилизации. Продолжаем копать. Окей. Так, здесь у нас что? Мы строим городской район, генные клиники и тогда еще работостроительный завод. Кораблики наши улучшенные, это замечательно. Вернитесь тогда на пост. Так, а все-таки что же... изучай. Так, что здесь построить? Ну, давай, наверное, тоже построим полицейские участки. Хотя у меня тут вроде как нормализовалось, да? Подожди, с унифицированной наукой. Или еще одну несанитарную. Административку качать сейчас, оно же, это все хорошо. Но, блин, оно ТМС сожрет, у меня и так минус. Не, давай, да, этот... памятник аборигенам поставим. Экипажу корабля, так, извечный поток, удалось увидеть сигнал, тры-тры-тын, песня. Удивительно. А, ну просто науки получили, ладно, хорошо. Сойдете. Так, ловили сигнал неизвестной природы, улавливается некоторая закономерность, ну тут продолжайте устанавливать. Ой, сделала, какая замечательная система, какое название мощное. Во, строим станции. А у нас пул лидеров обновился. Хорошо. Тоже строим все. Что? Ага, расчистка квадратов. Еще расчистка. Космические базы, фонд указов. Но это все не то, не то. Мне нужно расширить... ой, размер флотилии. Так, у нас бездельник, однако. Бездельник, причем высокого статуса. Не, ну здесь энергия это однозначно. Трым-пым-пым-пым-пым. А, ну ты сейчас полицейский заделаешься, да. Давай мы тогда три построим района. А здесь у нас, значит, лаборатории. Ну и еще лаборатории. Больше лабораторий, богу лабораторий. Быстрее, пожалуйста, развивайте. Мне прям вот промка прям нужна. А вот здесь тогда надо перестраивать. Вот это вот будет дело. Угу. Сплавлетейно. Так, наука. О, энергетика пришла. Ух ты. Ух ты. Ловушки для сбора пыли. Ну давай. Так, здесь у нас осталось, собственно, вместимость флотилии за уровень адмирала, ну, такое, а здесь что? Стоимость, размер пула, ну, давай,
снижение стоимости, главный размер пула лидера, чтобы больше выбор был. Так, а ты чё бездельничаешь? Давай сюда. Так, а орден куратор. Во, здорово, ребята. Вот вы мне нужны. Орден кураторов, это хорошо. Где он у нас? Вот он. А, давайте мы у вас купим товарища, который будет нам научку-то продвигать. А, и у нас, да, теперь свободный товарищ. Мы его отправляем, разумеется. Слушай, хорошо их погрызли так, да? Опять подправляем на шпионскую деятельность. Нет, все равно требовательный. Ты смотри, а? Все равно требовательный. А мне, кстати, пора уже, наверное, это... 637, да, пора заняться притязаниями. Вот как минимум вот так. Вот. Это все я хочу. Текс. И мне надо купить МСов. Ну, давай 2,5 купим. Так, опять бездельник. Давай сюда. Ага. Ну, давай сюда. И что-то опять откопали. Расследование пропажи населения планеты Аслипа-8 дало свои плоды. Большие герметичные защитные двери, ведущие в глубокую сеть тоннелей, служат доказательством, что в какой-то момент вся раса начала перемещаться под землю. Перекрестный анализ геологических и метеорологических данных показывает, что на всей планете резко наступил ледниковый период, возможно, в результате смещения наклона оси, что, вероятно, и стало причиной миграции. Исследование обширной сети туннелей ведет полным ходом. Ну, это, мне кажется, такое у нас в прошлом сезоне было, так что там, в общем, ничего интересного не будет. Так, а вот это вот, блин, прям не это. Новая отрицательная черта. Ученый. А, ну ты, да, наш ведущий исследователь. Единственный ежемесячно минус 5. Вот так вот, понимаете, вот бах, и приехали. И надо менять. И надо чувака менять. А у него плюсы есть, видите. Вот как быть, У него же и плюсов хватает. У него вон счастье плюс 3. И все. А, и все? Темп исследования — это от его уровня. Это ветеранство. А на кого тебя можно сменить? Ну, наш хомячок не подойдет, а остальные еще меньше. Пока ни на кого, значит. Пока терпим. Делать нечего. Так, сбой имплантов. Надо разрешить эту ситуацию. Создает проект удалить. Удалить. Давай, ты сначала исследуешь, а потом продолжишь изучение. Тыкс. Достроишь ты уже полицейский участок. Бум. Все, пропал. Сюда. А это здесь тоже, в принципе, без надобности. Давай мы тебя поставим, вместо тебя поставим вот эту энергосеть. Ну да, да, как-то так оно и получается. Генные клиники, роботостроительные заводы и еще чего-то там, да? А, я бы здесь, конечно, фермы начал клепать, но фермы я вот... Вот, фермы мне еще надо изучить. Пока что-то фермы как-то не идут у нас фермы. Скоро будет прорыв, это хорошо. Армия — это тоже неплохо. Фракции. Готово. Пользу интегрированную кибернетику получили немножко. Хорошо. Так, подожди, а фракции что-то движения бесстрашных прям такие, да. Ох ты, ни хрена себе. Покорение, местное соперничество, местные... А ты знаешь, нет, вы мне не это... Идите нахрен. Вы слишком многого хотите.
Так, а это кто и где здесь? О, добывающие дроны, да? А ты никак здесь? Ну-ка, подожди. Попробуй проскочить. Наслоение завершено. Алло. Так. Застраивайся. Не такая большая территория, но тем не менее. Я прошел, проскочил. Молодец. Отлично, у нас получилась колония. Так, а чувак нашел артефакт какие-то. Точнее, не артефакт, а это аномалию. Исследуй. Исследуй. Так, колония. Ну, опять же, первым делом военные клиники. И здесь у нас будет, да, вот здесь у нас будет как раз производство ТМСов. Прям такое ощущение, что он издевается надо мной. Научный. Я что, за каждую научную лабораторию получаю еще один район, что ли, чтобы построить еще одну научную лабораторию? Что-то как-то много у меня здесь становится научных лабораторий. Ну ладно. Окей, так, еда теперь минус. Теперь еда минус пошла. Как бы мне получить-то мои плюс 4? Ой, в смысле, этот плюс 4, ферму мою. Так, получили озарение, да, у нас новый прорыв. Ну, это мы потом посмотрим, что там прорвало и в каком месте. Так, скрижали чужаков, кто-то там что-то нацарапал, это да. Пущай их. Пущай их там. Как у нас, кстати говоря? Ага. Прогрессивный рост еще 2 года действует, да? А ты сколько будешь изучаться? 42 месяца. Ну, понятно. Вот как-то так оно и происходит, да. Построился теперь сюда. Так, что мы там изучили-то, я прозевал. А, ну да, расчистка. А ничего, что... А, разные. Хорошо. О, вместимость флотилии. Ну, это не совсем то. Или гидропонные фермы. Нет, фермы все-таки. Сначала фермы. Фермы нужнее. Проникновение внутрь. Наши археологи, работающие на планете Аслипа-8, достигли крайне нестабильного участка руин. Прежде чем мы сможем продолжить, между полами и потолками нужно осторожно разместить подпорки. Это будет трудная работа, но поиск обхода задержал бы проект. Так, укрепить руины минус 100 энергии, идти в обход минус 2 подсказки. Ну, укрепим руины, чё? Какие трудности-то? 100 энергии у нас есть. Нам не жалко. Так, базу я пока все еще не могу прокачать, зато можно тихонечко клепать. Да, нельзя тихонечко клепать. Сплавов толком нет. Экономика у нас тоже миниатюрная, прям как галактика, в которой мы находимся. Так. Строишься здесь. Ну и потом вот здесь. А здесь надо, знаешь, что? Надо. А, это все надо изучать еще только. Ой-ой-ой. Так, опять что-то там исследовать. Открыл, товарищ. Окей. Матриарха нашли. Ух ты. Межгазовыми гигантами, усиливающими систему Ионидес, где бы она ни была, лениво плывет существо из легенд. Щупальца матриарха длиннее этого уридского линкора, а ее колоссальные... которых мы еще не создаем, да. А ее колоссальные размеры не идут ни в какое сравнение с представителями органической жизни, встречавшимися нам ранее. Великолепная сверкающая шкура создания пугающе выделяется на фоне пустоты космоса. Похоже, она довольно стара, даже очень. Настоящая древность, покрытая от края до края боевыми шрамами и странными наростами. Гигантская, не взорвавшаяся протонная торпеда застряла в спине этого почтенного матриарха, а изломанные останки кораблей в системе могут рассказать, какая судьба постигла тех, кто подобрался к ней слишком близко. Например, наш ученый, да? Так, чужие дзетовые анилисы. Ну, это, собственно, она и есть, да, матриарх. Беги, Форест, беги, я уверю, ты сможешь.
Контакт Левиафана, да. Мы обнаружили существа, варианты, короче. Мы могли бы много научиться, из этого существа выйдет этот великолепный трофей. Ну, мы, конечно, умные, да, мы могли бы многому научиться у этих сознаний. Но потом. Поэтому сейчас мы отсюда валим нахрен, да? Так. Ну, тогда выключай и давай вот сюда, через вот это вот. Ну, как-то так, да, должен проскочить. А здесь, значит... А, хотя нет, подожди, давай сначала вот эту изучим. Системку. Посмотрим, что там. Так, экономика все хуже и хуже. Ну, я, в общем, по классике, как всегда, да. Пока ищу границы, экономика начинает обваливаться, потом я лихорадочно начинаю штопать. А. Так, раскопки завершены. А это ты его разрезал, да? Это получается у него Кусман отрезанный. Так, эсминец готов. Вот, Звездный Бастион появился. Или Спиратрон. Или приспособленность плюс 5. Вот это наша прорывная технология, да? Наверное, или нет? Непонятно. Так, так. Давай Спиратрон. А, ну и сейчас, да, секунду. Так, давайте посмотрим, что мы там накопали. Вернувшись, экспедиция принесла грустные вести. Тысячи лет назад температура ядра планеты резко упала, вынудив жителей уйти под землю в поисках тепла, энергии и ресурсов. Год за годом температура продолжала падать, а жители продолжали копать все глубже. Их становилось все меньше, так как многие замерзли, умерли от голода или погибли из-за несчастных случаев. Так продолжалось десятилетиями. В небольшом вырытом вручную тоннеле, самой глубокой шахте, далеко за под уровнем, где лежат последние сломавшиеся и брошенные копающие машины, был найден всего один вмерзший в лед труп моллюскоида. Судя по найденной записи, это последний представитель своей расы. Ему было холодно и одиноко, и он был готов сдаться. И он сдался. До свидания. Мы получаем вариант исследований, нравственные нормы ИИ. Какая связь, я немножечко не понял. Ну ладно. Хорошо, так. Чтоб тебе еще покопать. А вариантов тут немного, да? Давайте отправимся сюда и займемся раскопками глубокого дежавю. При сканировании планеты Стикия глубоко под ее поверхностью была обнаружена искусственная камера. Ее назначение и происхождение неизвестны. Увеличение показало разрытую шахту, ведущую с поверхности к подземному бункеру. Для дальнейшего анализа нужно отправить на поверхность планеты Стикия экспедицию. Ну, это тоже что-то очень знакомое. И, кстати, вот этот вариант более качественного, да, там, по-моему, там получим какой-то артефакт. Так, осколыши, 1500, да, вообще можно уже, конечно, на Кирник. Я много потеряю, подождем. Так. Долго строится все, и у нас это, конечно... Не очень хорошо. Сборка. А почему так? Не понял. 0.19. Не, ты знаешь, да давай ты роботов собирай за 2.4, чем по 0.19. Вот это вот плюс, это нахрен мне не надо. Где у нас еще есть роботы? Ну, здесь черт с тобой закончить тут немножко, потом перекинем. Да и плюс 0.64 это все-таки побольше. Так, вообще, инопланетный военный городок, это у нас проект создается, да? Хорошо. Нет приказов. Вот теперь есть приказ. Изучай это дело. Так, здесь тоже роботы есть. А, ну здесь я и поставил. Здесь у нас ученые, здесь нам роботы не нужны. Ой, да подожди ты со своими инновациями. Так. Господи, не трещи. Так, ученый Борин провел полный ксеноисторический анализ военного объекта, который дал ощутимые результаты. База построена, бла-бла-бла-бла-бла. Делать выводы тент. Короче, мы получили что? Он получает талант военная теория. Если он советник, то темп исследования военной теории или шанс получить его из области. А вот теперь чувачок становится интересным персонажем на должность этого самого.
научного советника. Кстати говоря, надо здесь специализацию планеты поставить. Я что-то забыл. У нас это у нас научный мир, да? Вот, технический. Здесь у нас, да, добывающий. Пусть будет добывающий. Это пусть заапгрейдится. У нас здесь как раз тоже... А, здесь фабрики пока нет. Ладно. Блин, а здесь не хватит этого. Регионов под открытие. Это плохо. Тут фабрика есть. И здесь роботов делают. Молодцы. Давайте мы вас... закрепим на будущее. Ага. На энергетику как раз пойдут роботы. Так, а здесь у нас пока тоже никого нет. Так, давайте отправим тебя наконец вот сюда. Тебя мы отправим вот сюда. Ловушка для сбора пылинок чудесно. Скорость изучения, да. И смотрим. Наши лидеры. Наш товарищ. То есть теперь у него есть фишка талант исследований на материалы и талант исследований военной теории. Плюс 15, плюс 15. То есть вот это уже интересно. Пока наш ведущий следователь уменьшает нам единство. Как же быть? А у тебя у нас здесь эффективность помощи в исследовании. Жалко, этот статус поменять нельзя. Ну, плюс 7, блин, тоже менять не хочется. Где он тут? Вот он. Счастье-то ладно. Бог с ним. А вот плюс 7 менять не хочется. 69 лет. Ну, может, ты помрешь скоро. Ладно, пока оставим как есть. Пока оставим как есть. Да, скоро у нас это дело изучится. Чудесненько. Ты у нас тогда дальше строй. Да, блин. Вот сюда. А мы пока была мысля у меня, я ее думал, но опять забыл, как всегда. Спасибо. Содержание максимум отрицательных черт минус 1, продолжительность жизни плюс 20. А давай вот это вот сейчас вот так вот сделаем и посмотрим. Ну, убраться они не убрались. Ну, может быть, больше не будет появляться. Так, здесь у нас безработный опять специалист. А чё ты вообще специалистов-то мне генерируешь безработных? Ты не охренел ли? В атаке. Чё, больше некого, что ли? А, во, я расы хотел. Да, по это самое, пораскидывать. Я хотел пораскидывать расы. И здесь тоже, кстати говоря, если я сейчас... А, ну здесь можно перестраивать регионы, да? Допустим, заменить на энергетический. Вот так. И поставить, допустим... А, ну полицейский участок у меня есть. Тут надо блага только добиться. Хорошо. Ждем. А, вот что я хотел, да, посмотреть здесь. У нас, значит, объединяющее обещание. Раз. Притечи Сайбрекс, чужие Дзета. А почему у нас не идет прогресс? Потому что я молодец. Потому что я молодец, да. Надо периодически заглядывать в журнальчик. А, и раз я хотел посмотреть. Собственно, у нас теперь, значит, достиканы появились, которые тоже почему-то получились полноценные. И они еще и некроиды. Тоже полноценные этот самый. Ну ладно, они в принципе мирно присоединились. Я помню, я хотел сделать их рабами, но они, видишь, мирно присоединились, поэтому можно оставить их полноценными гражданами. Пусть будут. Черт с ними. Еще кого-нибудь поработим. Вот этих поработим, вот обязательно. Накапливаем инновации.
Готово. Гидропонные фермы, наконец-то. Вот, нравственные нормы и преступность и блага плюс. А давай, надо. Где-то у меня там преступность была повышенная, так что надо это дело. Блин, фонд указов, космических баз, да, в общем-то, все остальное такое. Тоже нужное, но не так вот срочно. Вот если бы это был размер флотилии, то, кстати говоря, он как раз у нас увеличился. Можно наконец-то объединить флотилию. Теперь вместимость надо качать. Ну да. Хорошо. 1,9. Вот 1,9 это уже интересно. Блин, мы еще каких-то чужих встретили. И на этот раз это цивилизация. А значит, придется отреагировать. Хреновенько. Не хотят они дружить, империалисты-гегемоны, ну понятно. Что с них взять, с козлов? Так. Да. Гидропонные фермы. Я вас ждал. Вот они где, наконец-то. Аномалия найдена. Это тоже хорошо. Ну и пока, наверное, на этом все. Очередная фракция. Так, конклав традиционных устроев. Смотрим. Тоже козлины. Тоже будем подавлять. Ребятки, пока вы не разрослись, мне с таким настроем вы здесь нахрен не нужны. Моей политике вы не соответствуете. Так, тепловые сгустки. А, ну это мы кого-то там. Войд, по-моему, нашли. Планета, которой не было. Силуш-3 это вовсе не планета, а сложная трехмерная проекция. В ее центре находится проектор, который генерирует энергетическое поле, симулирующее физические объекты, гравитацию так убедительно, что наши датчики принимают его за реальную планету, выдавая аномальные данные. Мы можем только догадываться, зачем кому-то имитировать присутствие планетарного тела в этом месте. К сожалению, проектор не выдержал наших экспериментов. Нет. Нет. Такой хороший был, понимаешь, планет. Зараза. Ну, не то, что прям отличный, но неплохой, большая достаточно. Энергетику можно было здесь качнуть. Газы поставить. Ну, просто ее убрать. Ну, как издевается игра. Ладно. Ладно. Я тебе это припомню. Игра. Наслоение завершено. Так, что там наслоилось куда? Это у нас здесь. Ага. Забираем и идем строить дальше. Так, космические... А, тиянки. А, ну правильно, да, матриархат, да, мы тиянки. Настрой изучили. Окей. Хорошо. Форум свободных выборов. Что происходит-то? Кто... Вова, кто все эти люди, блин? Откуда они лезут-то? С такими... запросами, блин. Так, это у нас отсюда, по-моему, да, я снимал. Угу. Ставим обратно. Здесь по-прежнему у нас все, да, весьма печально. Слабый сигнал, изучай. Ну, в общем, идет скучный процесс, так сказать, развития. Спад торговли между измерениями. Ну вот. Жалко. Так. Во. Здесь у нас шахты, здесь у нас нужны роботы, чтобы вкалывали вместо человеков. А здесь у нас по-прежнему один специалист-бездельник. А есть куда-нибудь нам специалиста засунуть? В принципе, можно выдавать, действительно, на Сукан отправим. Пущай науку двигает. Вот. Там ему, правда, не очень хорошо должно быть. Но я думаю, переживет. Так, чижепиток, Дангар продолжается. А, ну это да, это цивилизация, это надолго. Спиртарон, так, рельсотрон.
Очки модификации роботов или кристальные рудники или минералы от шахтеров. Давай очки модификации роботов сначала. Потом апгрейднуть кораблик. И надо уже что-то делать с промкой, да? Где-то надо делать... А вот здесь надо делать. Полетели сюда. Колонизировать новую планету. Древний геодезический знак дает нам плюс 4 минералов. Хорошо. Окей. Спасибо. За предложение ваше. Да, программа здесь закончилась. Я, кстати, вспомнил. Вернее, не вспомнил, а посмотрел на записи в конце серии. Ну, в смысле, после прошлой серии, что у нас там вылезло. Это мне вылезло уведомление, что я снова могу запускать ту же программу. Кулдаун прошел, и я снова могу ее использовать. Так, опять у меня, блин, минус 44. Это пердец какой-то. У меня с энергией с такой скоростью не копится, как расходуется. ТМС. Горнристол. Обещание выполнено. На всех экранах империи появляется примарх Горнристол. Население ждет начала обращения. В последующем сообщении Горнристол на все лады рассыпается по хвалах, рассказывая, насколько великолепны тавриты и чего способны добиться некоторые отдельные личности, в том числе, конечно, и Горнристол. Он начинает перечислять все наши совместные достижения, одно громче другого, и завершает послание на высокой ноте, пообещав блестящее будущее. Передача заканчивается и сменяется обычной новостной сводкой. Космос к победе! Счастье плюс 10 на 5 лет. Ну, вообще такое себе, честно говоря, событие, учитывая, как долго оно вообще накапливалось. И на 5 лет всего счастья, всего плюс 10%. Ну, не знаю. Так. Скорость прироста поселения. У нас губернатор получил штраф, да? Это плохо. Здесь опять дроны. А тебя я забыл, да, научить обратно бояться опасности. Ну ладно. А почему? Не понял. А почему исследует? Отсутствует маршрут. Наслоение завершено. Не понял. Вот вообще. А, блин, это уже территория, все, они захватились. Ладно, тогда иди отсюда. Нет, не так. Вот так, пожалуйста, да. Так. А потом вот так. Изучить. Так, что у нас там физика? Скорость изучения. Научные станции, реактор, скорость изучения кураторов. Давайте качнем кураторов. Это всегда приятно. И полезно. Так, а ты здесь закончил, да, строечку? Ну, топай по следам. Будешь у него на хвосте висеть. Все, улетел. Можно тебя обратно включить. Страх инопланетян враждебных. Так. После получения первых сигналов, так, посол пребывает в смущении. Кажется, сигналы состоят преимущественно из белого шума, иначе это лишены какого-либо подобия языка. А ведь в время мы даже не были уверены, имеем ли мы дело с речью разумного вида, несмотря на очевидные доказательства использования технологий. И только после того, как исследователи поэкспериментировали с настройкой звукоприемников за пределами частоты, которые воспринимают наши... визикулы, им удалось уловить закономерность, напоминающую язык. Увы, это в значительной мере усложняет попытки понять их, поскольку для этого нам потребуется дополнительная помощь. Так, придется проявить упорство или наверняка дополнительное финансирование придется. Кстати, минус 1000. Ну, давайте закинем, хотя баблишко мне сейчас будет нужно для других задач. Но вроде еще разик я могу себе позволить немножечко потратиться. Надолбанные, блин, ТМСы. Кстати, пора, наверное, уже торговать с соседями. Очередную аномалию нашел, чувак. Продолжай. Чё-то, несмотря на то, что у меня достаточно рано появилась научная планета, чё-то наука у меня довольно хреново развивается.
Что ждет нас впереди? Несмотря на все старания, что приказы прикладывает великий примарх Горн Риктол, оговорочка по Фрейду. Работы у нас еще много. Империя кишит конфликтующими фракциями, а граждан объединяет своими усилиями только примарх. Хотя наш лидер не планировал менять правительство, пришедшее к власти после объединения, новый прямой подход к управлению мог бы решить часть проблем. Но с другой стороны, такое решение наверняка наткнется на серьезное сопротивление. Объявить прямое имперское правление. Мы сможем повелевать звездами, только если примарх лично возьмет все полномочия в свои руки. Отныне примарх будет обладать полной властью над советом. Да, будет их правление долгим и плодотворным. Горный стол крепит свою власть, но в будущем нас могут ждать опасные последствия. Мы меняем форму правления на империализм. Или сохранить статус-кво. Наш народ поверил обещанию, что примарх перейдет к звездам, но они не соглашались жить под властью новых царей или императоров. Такой захват власти будет актом тирании. Стабилизировать ситуацию может статус-кво. Вот ты, блин, задачку мне загадала. Я-то, конечно, двумя руками и ногами за империализм, all hail emperor, вот, и все такое, как бы, правь Британия морями, боже, царя храни, и так далее, но я не хочу каких-то там, я вот прям попы чую, извините, что под опасными последствиями имеются в виду какие-то гражданские беспорядки, какие-то мятежи, восстания, и вот это как раз то, чего мне прям, ну, не хватает, ну, прям вот точно, я терпеть не могу эту херню, особенно с фишкой Стеллариса, когда у нас мятежники появляются с флотом, блин, равным твоему, и такие, опа, а у нас тут есть, что смотри, а? Сейчас мы тебя тут наваляем, блин. Оно, конечно, весело и задорно, но, блин, так нечестно. С другой стороны, сохранить статус-кво, мы просто закрываем какую-то ветку, да? Каких-то квестов. Где наш, господи, правитель-то светлый ты наш? Господин ты наш. Царь ты наш, батюшка. Вот он ты где, да? В принципе, разница между империализмом и нашим тоталитарным режимом не сильно-то большая. Вот, в принципе, то есть, просто появится назначенный наследник заранее. Давайте объявим прямое имперское управление. Надеюсь, для того, чтобы стать императором, нам не надо умирать. Чтобы воссесть на троне. Горный стол получает черту правителя империи. Так. Вот наш преемник появился. Так. Петрус Рестол. Кровник наш. Где у нас? Где? Вот. Правитель империи. Дополнительные черты лидера плюс один. Ну да, и эту черту заняла, собственно, черта правителя империи. Нет? Или имеется в виду, что у нас появляется дополнительный уровень. Плюс 3. Ну, посмотрим, сейчас посмотрим. Так, империя. Так, у нас появился наследничек. Вот он. Военный, да? Красивый, здоровенный. Плюс 1, опять же, то же самое. Светило в предках. Продолжительность жизни плюс 20. Прирост роста плюс 75. Неплохо. Энергокредиты плюс 8. Честно говоря, мужик, как адмирал, ты говно. Хотя ты, наверное... Ну да, нет, ты военный. Адмирал. Наместник. Почему наместник? Ждет назначения. Куда ж тебя назначить-то? Флотилию, ну да. А что в совете? Ну, в совете все по-старому, да. Ладно, сиди бездельничай. Флотилии у меня для тебя нет. Это занято. Министром обороны лично. Тем более, что у него, в общем-то, военные-то перки есть, в отличие от тебя. А генералом я тебя назначить не могу. Адмирал только на флот. Блин, какая жопа-то, а? Как же мне это... Поскорее-то. Поскорее бы мне... начать уже промпроизводство. А вот, кстати, у меня... Да. Давай-ка мы тут добавим немножко огонька. Так. Это про бездействующего лидера, ладно.
Едем дальше. Провозглашение империи. Новости распространяются со скоростью пожара. Несколько рычагов пера и вот грандиозная церемония коронации транслируется на всех планетах. В большинстве своем тауриты рады тому, что теперь гегемон Горный Стол получит всю полноту власти. Но хотя и настроение в народе праздничное, в умах граждан таятся невысказанные вопросы и опасения. Как будет устроена новая империя? Закон и порядок превыше всего, да, абсолютно этот авторитаризм. Горный стол получает черту верховный король со следующими эффектами. Значит, пока он, так, эффекты государства при должности советника. Ну, он, разумеется, правительство как советник. Короче, стабильность плюс 3, счастье правителей плюс 5, производство ресурсов поселениями управителей плюс 10. То есть это управителей, да, то есть не вообще всех, а вот они, первая верхняя строчка, да. Как бы вопрос, нужно ли мне это, да? Счастливые наши правители, которые у нас что-то производят. Единство. Ну, торговлю, блага. Ну, вообще, да, ладно, хорошо. Хорошо, штука полезная. Но, тем не менее, да? И добавляется модификатор, ну, из, короче, на годик еще счастье плюс 10. Либо путь к величию нам осветит прогресс. Скорость сбора механических поселений плюс 5, инженерия от роботостроителей плюс 0,5, и роботостроители увеличивают блага на 1. А. Либо правительство должно быть стабильным. Единство от клерков плюс 0,25. Вот умеют они, конечно, поставить в тупик своими вопросами. Так-то мне, в принципе, все надо. И стабильность со счастьем. Ну, мы в первую очередь все-таки фанатичные материалисты, да? Поэтому давайте будем отыгрывать лор немножко, да? В ролеплей поиграем. Пусть будет путь к величию нам светит прогресс. Инженерная инженерия, скорость, главная скорость сбора поселения. Мне сейчас скорость сбора народу, вот, вот. Хоть железного, хоть не железного, но чтобы быстрее клепались людишечки. Без них все, в общем-то. С другой стороны, я понимаю, что у нас значительная часть вот этого добра делится, в смысле, тратится как раз на содержание населения. Так, терминальная орбита у нас там пронаблюдать за столкновением с Луной. Везет тебе, чувак, ты как-то это, аномалии находишь последним своим движением. Как-то хорошо у него это получается. Я не вижу никого желающего еще к нам вступить. Я боюсь, что мне придется его увольнять, чтобы получить следующего. Я этого делать не буду, конечно. Мы подождем, пока он помрет естественным смертью. Так, несмотря на значительные трудности, нам удалось в достаточной степени расшифровать способ общения цивилизации чужие пи, чтобы установить с ней контакт. Похоже, они называют себя Талакурская звездная династия. А общение с ними невозможно без использования систем связи, настроенных на их язык. Это сильно затрудняет свободное общение с ними, но наши исследователи придерживаются иной точки зрения. Окрыленные успехом и дополнительным финансированием, они выдвинули предложение собрать воедино знания, полученные в ходе этого проекта, и на их основе создать нечто более универсальное. Они считают, что благодаря тонкой настройке использованного в проекте программного обеспечения, они смогут создать некий универсальный переводчик, который при наличии достаточного количества информации сможет мгновенно предлагать варианты перевода фраз, произнесенных на любом языке. Перед нами открылась перспектива неограниченного общения. Мы получаем ресурс влияния. Завершает, но это все понятно. И плюс 20. А, ну то есть. А, создает особый проект, универсальный переводчик. А все остальное это обычный стандартный, да. Установление контакта. Ну и что у нас? Пацифисты, спиритуалисты, ксенофобы. Ну, мы пойдем со сотрудничество, но на самом деле, конечно, быстро с ними сейчас разругаемся. Закроем продолжительность жизни. Наверное, ну давай вот это вот возьмем, посмотрим, сколько у нас интересно будет теперь вместимость флотилии. Не сильно поменялась. Новая фракция, комитет помощи чужакам. Да вы охренели, что ли? Вы какого, блин? Сплошная это, фронда, блин. Можно мне нормальные партии, которые будут поддерживать то, что я делаю? Так, момент столкновения мы получаем опыт и физические исследования. Это все неинтересно. У нас куда-то задевался наш исследователь. Куда-то он у нас, понимаешь, полетел.
Откуда-то куда-то. Я так понимаю, это... А, ну как раз он с планеты, с территории выбросили его, потому что закрыто оказалось, да? Ну теперь-то можно открыть, кстати, границы, я не против. Ко мне уже никто не сунется, можно спокойно, в общем-то, пускать на свою территорию соседей. Пусть летают, исследуют. Главное, что они не смогут ничего, ой, колонизировать. Я прозевал этот чудный момент, когда у меня кончились ТМС, и придется вот так вот сделать. А здесь, ну, сохранить текущее, да. Блин, все плохо с экономикой у нас. Прям плохо-плохо. Еще фракция. Да вы задолбали древние традиции. Блин, они соревнуются, что ли? У кого, блин, меньше этот будет? Вот тебе, блин, и крутой лидер. Ага. Кастро. Начали бунтовать. А что вам не нравится? А вам, наверное, не нравится, что у вас нету этих, да? Минус 8 это как бы не совсем то, что мне представляется нужным. Надо построить еще одну эту хреновину. И надо, наверное... Надо, наверное, сюда полиционера какого-нибудь. Полиционера нету. Тут есть чувак счастья, который увеличивает. Ну давай пока посадим. Может, хоть за счет счастья немножко тут улучшится ситуация. Так, что там накопали? Похоже, что проход, ведущий к подземной камере, в прошлом пострадал по какой-то причине. Нижнюю часть шахты завалило валунами и пылью, что не слишком радует, так как скорость раскопок из-за этого замедлилась. Пока только малые артефакты, да? Ладно. Не, ну я так это... Долго буду выравнивать это дело. Ладно. Ладно, на самом деле, наверное, на этом надо уже заканчивать серию. Время идет много. Так, Орден Умы что-то нам хочет предложить. Что предлагаешь? Что-то святилище, бла-бла-бла. Короче, плюс одно нумское святилище за 4000 энергии. Попозже. Попозже, чувак. У меня сейчас нет возможности столько отсыпать тебе. Хотя поменять энергию на малые кристаллы, может, и прокатят. Ладненько, тогда продолжим в следующей серии. Серия получилась такая проходная, особо много в ней ничего там поделать не удалось. Так, сетевые блага. Угу. И преступность минус. Вовремя. Приспособ... Вот, вместимость флотилии. Хорошо. Забираем. В следующей серии тогда продолжим застраивать нашу территорию, выправлять нашу экономику. Надо развивать все-таки сплавы, клепать флот и разбираться с этим долбанным липийским единством. Мне оно не нравится. Ну и, соответственно, займемся мы этим в следующей серии. А эта серия на этом все. Если она вам понравилась, ставьте лайк. Если не понравилась, ставьте дизлайк. Оставляйте ваши комментарии, делитесь впечатлениями об игре на моем канале, о моем прохождении. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Также подписывайтесь на группу ВКонтакте. Ссылочка есть в описании. Если у вас есть аккаунты на вас, Делитро, подписывайтесь на мой канал и там. И не забывайте жать на колокольчик, дабы не пропустить выход новых серий. А у меня на этом на сегодня все. Всем спасибо. И пока.